Это было. Меньше. А он какой здоровый получился-то. О, какой большой. На поляне одинокого дуба, вырос снежный дом. Большой-большой. Очень большой. Вот смотрите, вот поляна, а вот дом. Чуть меньше поляны. Чуть. Как видите, я был один не... Как видите, я был совсем не одинок в желании заняться снежным строительством в эти выходные. Вот, смотрите, сколько всего настроено. Ну, смотрите, какой-то заяц. Ну, какой-то замечательный заяц. Всем зайцам заяц. И крепость тоже. И два снеговика. Один маленький. Вот такой вот. А другой большой. О, какой. Замечательно просто. Вот видите, как интересно. Самые вершинки посеребрились. Самые вершиночки. Вот, пожалуйста. Ну как. А само дерево не посеребрилось. И вот, вот, видите, какая прелесть, а. Вот, и господи, надо же. Просто удивительно даже. Просто удивительно. Ну. О, как. Самые-самые вершиночки. Самые вершиночки. Серебряные стоят. И не все деревья, только березы. Вот вы представьте себе, что это тоже поляна одинокого дуба. Она тоже так может выглядеть, оказывается. Даже не верится, что так красиво. А вот тут будет прям удивительное явление. Дом цел. Вот он, дом. Представляете, стоит, не разломали, хотя гости там были. Но очень красиво, просто потрясающе, согласитесь. Как красиво. Смотри, какая прелесть, а. Смотри, какая прелесть. Сейчас посмотрим.